Друзья мои, привет! Ну что, мы пришли в аквариум в этот, в который мы вчера не пошли, потому что здесь, на самом деле, на кассах высокая цена. Мы сегодня нашли, точнее, мне подсказала моя клиентка, шикарное агентство по экскурсиям в Дубай. Вот так выглядит их сайт. Смотрите, цена. Ой. Смотрите, цена в аквариуме от $27. Имейте в виду. Мы это купили. Пойдемте посмотрим, сколько здесь это стоит. Для сравнения. Sorry, how much? $299. А, можно написать на нем? Угу. Смотрите, 299 дирхам. О чем я вам и говорил. Здесь очень... Thank you. Здесь очень высокие цены. Очень. Переводите сами, 229 дирхам умножайте на 20.4, и вы поймете, какая цена будет на вход в аквариум. Поэтому я говорю, я вот вам от чистого сердца рекомендую это агентство. Просто я сегодня нашел, я прыгал на лежаке на бассейне. Не знаю, мне кажется, думал, пробью жопой лежак. Но правда, это... Это находка. Сейчас Игорь отсканирует купленные наши билеты. Друзья мои, я сейчас специально остановил камеру, посчитал. Порядка 6 400, 6 500 стоит билет у них на кассе. Он к вечеру поднимается еще цена. Когда спрос большой, цена у них увеличивается. Поэтому, чтобы не лохануться, покупайте на сайте, который я оставлю у вас под этим видео для вас. Вот. Мы купили, получается, где-то за 2000 рублей на человека. Вместо 6,5 здесь. Пойдемте. Thank you. Ну что, кильки. Пойдемте. Вчера мы снимали отсюда, сегодня мы снимаем отсюда. Посмотрите, привет, привет. Такой ощущение, как будто он пластиковый. Блять, ты что, пластиковый? Не шевелится. Я думал, он пластиковый. Думал, может, это развод? Может, нас разводят? Ну что? Пойдемте. Окей. Что сделать? Что? Что происходит? Что за фотосессия? Ну что, давайте смотреть. Вы так просили. Так, девочки. Ну что, кто просил за 6 тысяч, чтобы я сюда пришел, блядь? Кто просил из вас, чтобы я пришел сюда за 6 тысяч? Ну? Все. Вот он весь этот тоннель длиной, я не знаю. Десять метров. Правда, все. Сейчас мы пойдем смотреть этих пингвинов. Игорь прям идет, не может нарадоваться. Просто счастье, полные штаны. Так, что дальше? Пойдемте дальше. Я не знаю, куда дальше идти. Сейчас узнаем. Ой, здесь сколько рыбы. Она вся здесь, эта рыба. Ой,
Как они сделали такие фотографии? Фотошопом? А, ну, судя по всему, фотошопом, видите? Рыбка в одном положении. Вот здесь и здесь. Все. И здесь в одном положении. Игорь, куда дальше пойти? Поднимаемся на второй этаж для продолжения удивительной экскурсии. Мы поднялись на второй этаж. Посмотрите, какие скаты здесь. Ну, это бесплатно вообще, имейте в виду. Вот это бесплатно вы сейчас смотрите. Нереально круто. Смотрите, они кружатся. Хороводы водят. Да. Пойдемте дальше. А, вон вход. Мне кажется, вот сейчас будет интересно. Вот сейчас будет интересно. Ну, красавец, ну, красавец. Такой синка пеппи, блядь. Так. Окей. Вот это будет сейчас интересно. Мне кажется, тут было что-то, какая-то непонятная история. Но мы сейчас все посмотрим. Hello. Билетики надо? Вот. Вот это красиво. Вот это супер. Вот это мне нравится. Ой, посмотрите, здесь даже пластик другой. Все прям читается хорошо. А тут был, видимо, может, просто проходной двор? Девчонки, вот это прям круто. Пойдемте. Куда идти, Игорь? О! Ого! Вай! Пираньи? Нет? Смотрите, это пираньи. Не в ожидании напасть. Эй, рыба. Это ж пираньи? А, не стучать. Но я постучал уже. Уже поздно. Сейчас мне как влетит мне в лицо. О, круто! Такие вы большие! Что, у меня нет фотографий с пираньями? А это что здесь такое плавает? Подождите, там какой-то хомяк лежит. Кто там? Не написано, да? Почему-то не пишут. А вот на доске? Бобер. А вот бобер, а вон на экране он бегает. Вот он на экране. Бобер. Может быть, и не бобер, нет, даже не может морка. Смотрите, какие рыбы большие. Привет. Привет, красотки. А? Нет, не надо свать руку туда. Вот взрослые люди. Так, кто здесь? Сбежали. Сено, здесь сено. Вон, хомяк лежит. Такие клевые хомяки. Выдра, ну, может? Ну, отра, я не знаю, нутрия. Ну, типа выдра какой-нибудь. Да. Вон они, хомяки. Девочки, подъем. Работаем, надо грызть дерево. А вот еще игуана где-то. Вон игуана лежит. А вон, блин. Вообще, прикиньте, никого не видим. Просто никого не видим. А вы себе посмотрите. О, посмотрите. Девочки, мальчики, смотрите. Это увлекательный был аттракцион. Привет. Привет, малыш. Да привет. Ой, ты такой клевый. А Равана Гаракенти. Ты не очень клевый. Ты похож на бегемота.
Они все какие-то замерзшие. Девочки, вас что тут? Не шугали давно? Ого! Это что, блядь, киты? Какие-то рыбы. Смотрите. Бабы, какая-то рыба. Давай, на пальцы. Смотрите, какой мраморный лежит. Да. Кто будет себя плохо вести, родится вот такой рыбкой в следующей жизни. Тоже в жизни. О, эти клевые, это нюнчики. Подождите, это, блядь, домашний аквариум. Это домашние рыбки. Прям стоило аквариум для них заводить. О. Сколько вас, красавец. О, осетр или кто это? Белуга или осетр? Девочки, вы знали, что вы дорогие? Вы дорогая рыба, имейте в виду. Класс. Блин, так прикольно смотреть за ними под водой. Эй, ты чё? Ты не сдох? Малыш, перевернись, не балуйся. Перевернись. Я надеюсь, он живой. А теперь самое интересное. Что? Погружение? Куда, блядь? В смысле? Я не пойду. Это кто, блядь? Это что? Ты почему не такая у родителей не уродилась? Судя по родителю, родители тоже не очень уродились. Дальше погружение нельзя больше. Вот в этой клетке погружаешься. Куда? С акулой. Мы же не пойдем. Это подарок. Мы же не пойдем? Это подарок. Не, ну что, правда что ли? Ты, блядь, не шути, я не готов на такое. Понимаете, там клетка. Черепахи. Итак, мы пойдем сейчас туда. У нас, оказывается, куплены билеты. Мы пойдем сейчас к пингвинам. Смотрите, рот. Закрой рот. О, этот закрыл рот. А это с открытым. Мальчики что-то хлопают себя по попе, наказывают друг друга. Ну. Что, куда дальше-то? Нам сказали, что пингвины за стеклом. Игорь, если что-то она будет говорить умное, ты переведи. Да, для желающих, кто хочет выразиться, разрешите обратно платить. Я слышал это.
Пингвин, привет. Привет, малыш. Привет. Да вы же куколки мои, мальчики и девочки. Смотрите. So they have their tag on their flipper. So if the tag on the left side, so they are the male, and on the right side, so they are the females. Oh. So they can grow up to 90 centimeters and they can weigh up to 6 kilos. The gentle penguins is the fastest swimmer in the penguin world. So they can swim as fast as 36 kilometers per hour. So they can dive as deep as 200 meters and hold their breath underwater for 7 minutes. So the air temperature inside is 2 degrees Celsius, while the water temperature is 4 degrees Celsius. And so you can take some photos or videos of the penguins, and then after that you'll continue to the air. Смотри, ты смотри, нет. Давай. Ну, привет. Привет. This is me. Давай, давай. Ну, кто из вас следующий? Привет, красавчик. Привет. Такие вы клёвые. Вода ледяная, наверное, там холодные эти. Мы идем дальше. О-о-о. Ого. Бля, телефон не выронить бы. Что такое? Okay, so right here we have the life cycle of the sea jellies, or what we know as the jellyfish. So you see these white ones here, so these are the polyp or the eggs of the sea jellies. And then after some time, they will grow into an ephyra. And then after the ephyra stage, they will grow into a medusa here. And then after the medusa, they will grow into a juvenile sea jellies. And the last stage, they will grow into an adult sea jelly. So they are called mud jellies. So because of the shape and color, that looks like a mud. So they are composed of 95% water and 5% jellies. So their lifespan, they only live for 2 years. So they are not poisonous, but they do sting. Такие вы мелкие. У вас еще вся жизнь впереди. Радуйтесь. Медуза. And over here we have the upside down sea jellies. So these upside down sea jellies, they can create their own food. So they get their food from the sunlight or from the light. And so that's why they're upside down, because their tentacles is the one who observes the light. So they have the ability to produce algae. And so that algae, that will be their food. And so the small ones are the babies. It's the upside down sea jellies. Yes. So that is why they're called upside down. Девочки, вы у меня такие умные, вы у меня такие умные, вы все поняли. А это все. И? Это акулы, слово. Это точно знаю. А что же будем смотреть, как акулы разводят? Давайте посмотрим сейчас. Аккуратно, не упади. So here we have the shark eggs. As other shark lay eggs, other shark also give life birth. So the bamboo shark, the zebra shark, and the aquanaut shark, they are the one who lay eggs. And so these eggs composed of vitamins to help the baby shark grow inside the egg. So the baby shark will stay inside the egg for 5 months. So that is the incubation period. So after 5 months, it will come out from the egg.
Прикольно. Яйцо акулы. О! So like this one, we have the baby ну вот, shark here, а там их яйца. Вон были яйца. So these sharks came out from the egg. Смотрите, акулята маленькие. So these kind of sharks, they can only grow up to 1 meter. And so that's why their eggs are small. For the вот single shark, малыши? They can grow up to 2 meters. So right there, Скат. Behind you, we have the zebra shark. Зебровидная. Так она вон там была, от яйца тоже. So stingrays, when they give birth, they give birth to a live ones. That one is called a blue-spotted stingray. Ну вот так это выглядит. And here we have the mycete. Девочки, переводите сами. Я устал вам переводить. So this is our fish and the seahorse. And here we have the algae. So algae is a microscopic organism in water, and also it gives us 80% of oxygen. So not only for us to breathe, but also for the. Ну, на озере такие же плавают, девчонки. So this algae also is the food of the mycete. Желтый это. А здесь никто не выжил в этой зеленой. Нас не разводят ли случайно? Чего нам показывают пустые колбы цветные? О, медузки вообще красотки. О, мы вниз идем. Круто. Так, ты в сожопике, давайте, блядь, скатывайтесь по малой спаске. Колбаской. Мы что, на утке еще поедем? Че, серьезно, что ли? Ого. Вот это да. Блядь, еще не хватало, чтобы эта дамба нахуй, нафиг это, лопнула. Круто. 11 meters deep. And the water inside here is 10 million liters of water. So we have approximately 20,000 fish and 85 different species. And so those lights emulates the daytime and the nighttime of the fish. So they can feel also that they're still in their natural habitat. Now can you check your ticket if you have the ultimate experience? So I can give you the fish room. А эти, походу, на рыбалке. На лодке плавают, которые... Прикиньте, там прям подводный мир. So this one is the fish food. Это что такое? Что это? Fish meat. Что такое? Okay, so don't touch the pellet. What you will do, put the pellet in the lid like this one, and then throw. Мы кормить сейчас будем? Okay? Круто. И чё? Я и рыбки. Девочки, я как на рыбалке под Кемерово. Покажу вам эти размеры. Блять, я иду, подо мной качается все.
все, экскурсия закончена. Вот так, девочки. Это был удивительный аттракцион. Ну что, прикольно, прикольно. Карапузы носятся. Такая прям огромная комната. Покажи, пожалуйста. Кого показать? Показала. А я показал. В общем, друзья мои, эту экскурсию мы тоже купили через ребят, у которых самые низкие цены в Дубае. Под видео этим ссылка на их инстаграм, на их сайт. Пишите, звоните. Там есть номер телефона, знаете кого? Не справочная, а поддержка. Поддержка. Там просто написано поддержка, номер телефона. Там русский парень, его зовут Дмитрий. Объяснит вам, это что такое. Он вам все объяснит, расскажет, поэтому не бойтесь, звоните. Ниши цены вы точно не найдете. Экскурсии есть даже в Абу-Даби. Ну и в завершение. Я не знаю, он вообще, блядь, жив. Ты откуда, малыш? Мне кажется, ему миллиардов лет просто. Просто миллиардов лет. Сейчас мы вам покажем, что это такое. Мата-мата. Это может быть мата-мата. Это она. Ты не узнаешь мату-мату? Мата-мата. Игорь, ты совсем уже не знаешь, что такое мата-мата? Я не понимаю, кто это, блядь? Вы кто? Белая. Кстати, это, по-моему, редкая белая. Она даже, смотрите, с каким этим клювом. На Леди Гагу похоже, кстати. О, лягушки, да? Фу, какие они классные. Смотрите, они там сидят. Они реально кожаные какие-то. Ну прыгните куда-нибудь. Во, вот она. Куда ты лезешь? Иди наверх. Пойдем, Игорь. Так, а здесь еще что-то у нас? Здесь что-то такое? Рыбка Дори, вот она. Рыбка Дори и... Смотрите, здесь какая красота. Просто нереальная красотища. Блин, вообще. На это можно сказать, смотреть бесконечно. А здесь с подсветкой. Девочки, не могу с вами никак попрощаться, но посмотрите. Посмотрите на этот удивительный, яркий мир подводный. Интересно, Спанч Боб здесь есть? Ну все, теперь точно как один. Бля, ты еще, давай напугай меня, не хочу, блядь. Все, теперь точно пока-пока.